Этот школьный звонок стал последним для 15 выпускников единственного в этом году 11 класса Красноткацкой школы в Ярославском районе. Сегодня это образовательное учреждение, история которого насчитывает 110 лет, одно из лучших в регионе. Его выпускники – победители районных, областных, всероссийских конкурсов и олимпиад. Пятеро из них претендуют на медаль. Поздравить школьников приехал губернатор Сергей Ястребов. Я вас поздравляю, желаю благополучия, удачи. Как говорится, ни пуха, ни пера, правильно, на предстоящем ЕГЭ, но а по жизни счастья, благополучия, что вам тот, кто сверху помогал, но он помогает только тем, кто работает. Качество образования, уверено руководство школы, зависит от многих факторов. Так, среди педагогов Красноткацкой школы 4 заслуженных учителя Российской Федерации, 4 отличника народного образования, 3 почетных работника общего образования России. Немаловажную роль в получении знаний играет и техническое оснащение школы. Мы с вами находимся в кабинете химии, который оснащен по областной программе «Наша новая школа», так же, как и кабинет физики, кабинет биологии. По областной программе получили новое оборудование. Также эта программа принесла в наши стены, скажем, новый компьютерный класс, который оснащен совершенно новыми современными компьютерами, которые вызывают очень большое удовольствие у ребят. Так что учимся мы с увлечением, учимся мы с интересом и осваиваем новую технику. Сегодня кабинет химии и класс информатики пустуют. Ребята с грустью вспоминают прошедшие годы. Я всегда иду с хорошим настроем в школу. Потому что учителя, такой коллектив, они как-то с пониманием, с любовью. И у нас вот такие какие-то дружеские отношения, то есть как-то, ну, приятно приходить сюда, в стены этой школы. В актовом зале праздник подходит к концу, звучат аплодисменты. Уже в понедельник выпускников ждет единый государственный экзамен по русскому языку. А об этом дне им будет напоминать лишь фотоснимок. Ольга Преснухина, Игорь Мосин. День в событиях.